Так, далее идет у нас акс. У акса в первую очередь изменили вот эту вот грелочку, я ее так называю. Даже порезали ее. Теперь она, да, действует 10 секунд. А раньше, в 61-й версии доты, она действовала 10 секунд только на первом уровне, 12 на втором, 14 на третьем и 16 на последнем уровне. А теперь она на всех уровнях только 10 секунд. А также периодический урон от этой горелки изменен. Как вы видите, 16 дамаги на первом левеле, 24, 32 и так далее. А раньше было урона гораздо меньше. Точно не помню, но вроде на последнем левеле раньше, да, в старой версии доты было 30 урона в секунду на последнем уровне, а тут, как видим, 40. Урон стал выше. А также уменьшена дальность применения этого скилла радиусом с 900 до 750. Так, далее ускорение. Когда мы кидаем горелку на врага, у нас ускорение стало выше. Раньше было 10% ускорения, теперь 12%. А у врага замедление также с 10 стало до 12%. Также стоимость маны стала меньше. Раньше было 75, 85, 95 и 105 на первом левеле, да? Там 75, 85 и так далее. Вот. А теперь всегда 75 стоит.